Ну вот, долгожданная пятница, середина дня. И несмотря на то, я что у наших детей еще очень много мама, занятий я сегодня. Так делаю, смотри. Я мама, это я пятница? Домой. Да. Блин, мой сын с девочкой гулял сейчас. Надо было его снять. Расскажи, ты что делаешь? Фрукты. Нет, овощи. Овощи. Вот что я еще первая. Ты сделала, вертолету посадила на площадку, да? Молодец. Давай. Ты что берешь? Да. А куда ты его клеить будешь? Покажи. Маленький хочешь, да. Черный? Давай. На, вот, бери, видишь? Куда его клеить? Покажи. Аккуратно, аккуратно. Ну, покажи, как у тебя получилось. Вот. Мама! Ну, Полин, аккуратненько. Давай, на. Не надо отклеивать. Ничего не надо отклеивать. Он уже не отклеится. Зеленый, мама. Большой будешь брать кружочек? Да. На, вот, я смотри тебе. Ой, а что ж такое-то? Да. Куда ты будешь клеить? Только аккуратно, аккуратно попробуй. Молодец. Вот видишь, уже хорошо получилось, мама, да? Да, доченька. А зеленую так, травку такую хвостик? Зеленую? А, да, да, зеленую. Куда клеить большой кружочек? Посмотри, куда большой кружочек клеить. Зеленый. Молодец. Молодец. Где там еще? Какие теперь клеить надо? Вот, маленькие. Папа. Маленькие, давай. Вот так. Красный. Красный. А это красный. 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 А это желтый. Желтый. Ау. Я прокатался. В смысле, на понедельник? Писал, да. Ну, учись, что иди, на. Я выучу уже все. Вот эти всякие, вот эти. А не показывать, как ты пишешь в шестом классе? Не, не надо. Не надо. И не надо мне лицо показывать сейчас. А что, ты расстроен? Да. Дашенька очень усидчивая, у него всегда получается почти всегда аккуратно. Иногда он заходит за линию, как здесь уберешься, постарался. Но вообще заниматься они садятся исключительно сами. В садик хочешь? Вот. Ну пойдем в понедельник, хорошо? И сейчас спим чуть-чуть. И поспим чуть-чуть. Как Тарика? Не получается? Ну давай попробуем вместе. Мы кружочек делаем, да, дочь? Да. Вот используем наш обыкновенный пластилин российский, потому что он твердый, да? Да. И надо прилагать усилия, чтобы его раскатать. Как раз молодец, покажи. Покажи, какие у тебя кружочки. Где у тебя желтые кружочки? Вот желтый. А еще где желтый маленький? Вот желтый. А где красный? Вот красный. А давай еще зеленый или черный? Черный, да? Да. Черный. Ну давай черный кружочек сделаешь. Какой-то, да, меня. Мы даже рассматриваем провести картинку. Туда. Даша, это мое. А ты что, жадничаешь? Полин, ты разве жадная? Да. Мама, это этот пластилин. Сейчас, подожди минутку. Полиночка, ты не дашь пластилин, да. Даше? Нет. Почему? Потому что. Ты жадная? Да. Мам, принеси такие штучки, у нас есть такие салфеточки. Принеси. Дочь, а разве можно быть жадной? Дочь. Да. Мамочка. Когда у тебя много детей, даже если ты поздно пришла от подружки, ты фиг выспишься. Да, Даш? Да. Почему? Вот объясни, почему? Потому что мама. Даша всю неделю хочет к маме приходить. Мамочка! Мама! Мама! Мам. А волка не вставает. Вставает. Вот и не выспишься нифига. И погулять маме нельзя. На следующий день обязательно надо вставать рано, 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 рано. Потому что две козявки не дают поспать. Как вас зовут, козявки? Даша. Мама! Мама сейчас позвонила, Саш мне привезут коньки. Боже мой, бредит уже коньки. Не беги, пап. Сейчас. Сейчас я пойду умоюсь. Приведу себя в порядок. Приведу вас в порядок. Пойдем готовить с вами вкусняцкую кашу. Давайте сегодня приготовим кашу из хурмы, банана. Давайте. Да. Мам.
А что вы не переоделись, не сняли свои эти сонные наряды? Ай. Пока всем. Ой, доброе утро, Стана. Вот тебе суббота утро. Вопросы, ругаются ли мы дети? Да. Мам, ну, пока а в такой форме. Я буду сейчас клеить. После того, как мы покушаем, хорошо? И я буду кататься. Мам, давай. Сейчас папа приедет. У нас сегодня очень поздний завтрак. Нет, Даш, я буду. Ты там уже большая. Мы приготовили и омлет. Да, ты тяжелая. Еще три человека будет тяжело. И пирожки, и йогурт. Так, а что за ссоры такие? Пирожки, йогурт. Сейчас ждем папу. Даш, нет, мне будет тяжело, если три человека. Даша сегодня принесли коньки, мы собирались покупать. Ну вот моя подружка близкая, кажется, у нее девочка занималась, ну каталась на коньках. Пока такие для начинающих. Ну, размер наш 27. Коробочка пирога. Так что едем только за комбинезоном, Даша. Я хотела покататься на коньках. Да, и что, не получается? Не для катания, а просто для фигурного катания. Я просто катание. Лера у нас накрывает красиво на стол, да, дочь? Да. Ровненько. Мы с Лерой приготовили и с девчонками пирожки. Что мы еще будем кушать? Невкусную кашу. И очень вкусную кашу из банана, хурмы и геркулеса без сахара. И вот это. И омлет, да. Закрой эту... Мухи налетят. И мухи налетят. Замерзнет. А это Даша. Даша, что ты хочешь сказать? Я хочу накладывать всем кашу. Тогда каши... Ну, давай, да, подумай. Я накладываю кашу. А вот здесь нудящий Арсений. А папа едет с Марком из парикмахерской, да? Что случилось? Поговори со мной. А это противная девочка, противная, нудная девочка. Постоянно не дает со старшими побыть. Нет, эта девочка постоянно нудит. Ты нудишь? Да. А почему ты нудишь? И я нудишь. А я куда? Я сюда. Так, садись. Ездили в Икею. Ой, какая красота. Да. И теперь идем купаться в сосновой водичке. Ай. Вот так проходит наш выходной. Мы сегодня ездили в магазины. Покупали Дашу, да, и в Икею заехали. Купили Даше коньки, Ваюшки, наши брат катали на садик. В общем, Даша сама сейчас все расскажет. Давай. Мне купили лайки, печатки,
на фигурное катание, одна в садик, а не на фигурное катание. И папа купил мне коньки. И сейчас мы вот садимся в такую темную воду купаться. Да. На самом деле, это что за темная водичка, как называется? А, сейчас скажу. А почему трусы ты не сняла, дочь? Подожди-ка. А надо нам купальные? Не надо, я вас не буду снимать. Эта темная водичка называется экстракт хвойный. Вот, успокаивает, нормализует сон, постановит энергетику, повышает работоспособность. В общем, для всего он хорош. И вот мы добавляем водичку, сейчас девчонки будут купаться. Купаю их в этой хвойной водичке. Даш, тебе нравится? Нет. Почему? Это горячая. А она не горячая, она нормальная. Температура воды, Даш, не выдумывай, пожалуйста. Дарья, что ты опять надулась? Что опять не так? Скажи мне, пожалуйста. Вот скажи, пожалуйста, ты человек настроения? Нет. Поиграет Полина, тебе даст такую же штучку, ладно? Хорошо? Полина будет долго играть. Один минус, конечно, это хвойная вода, надо втирать ванну приходится. Такой запах стоит. Ой! 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 Какие волосы у тебя уже длинные, дочь. Расти, девочка, расти, моя маленькая. Мотай. Дарья, что опять не так у тебя? Даша. Я хочу такую штуку. Ну, давай по очереди. Сейчас 2 минутки ты играешь с этой, потом отдаешь ее Полине. Давайте нос полоскайте в хвойной водичке. Мама пошла. Пока. 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 Попробуй вытащить. Ты перекладывай вот так. Попробуй вот так положить. Ой, молодец какая. Попробуй вот так вытаскивать. Прыгун. Ты прыгун сигун? Сейчас я посмотрю, Лер. В ответах. Я сама не знаю. У меня мозг выносит.